Всем приветики и конфетики, с вами я, Лисита, и это 12-я серия моего летсплея по Майнкрафту. И я сегодня буду делать окна моего нового дома. Итак, погнали! Итак, как я уже и сказала, я буду делать окна для моего нового дома. И сейчас я отправлюсь искать песочек. Так, у меня лопата имеется, отлично. И сейчас я пойду искать воду, ведь около воды песок, логично же. Вот все, побежали, надеюсь, песочек близко. Вот, мне не придется так долго бежать. Так, ну, наверное, вот где-то в этой стороне там есть песок, так что побежали. Вот и песочек, отлично, я его нашла. Очень много его, все, добываем. Нам нужно побольше песка, потому что у нас очень большие окна. Так, добываем. У нас очень красивый домик получится, очень большой, и все мои звери поместятся, все мои животные. Вот. Итак, я добыла весь песок, побежали домой, чтобы его переплавить в печке. Итак, я добежала до дома. И мне нужно скрафтить очень много печек, так что придется весь мой стак булыжника потратить. Итак, ставим печки. Вот, я их очень много скрафтила. Так, и куда бы еще две поставить печки? А, так, сейчас я перекушу сначала. Вот, и нужно решить, куда я еще две печки ставлю. Ну ладно, я их с собой заберу, а сейчас я буду переплавлять песочек. Итак, я сейчас украшаю свой дом, окна точнее, ой, блин, не так поставила. Вот, чтобы он был более детальный. Так, нужно еще простроиться, чтобы на верхнем окне сделать. Итак, приступаем ставить стекло. Так вот, переделываем. И целый стак, еще 16 стекол. Так, собака, иди погуляй пока что. А я начинаю ставить стекла. Итак, уже я почти доделала свой домик, все стекла. Вот, осталось еще внутри все украсить. Вот, ну и в принципе все. Так, сейчас еще дерево нужно нарубить. Вот, в следующей серии, скорее всего, я буду делать мебель и буду украшать уже внутри дома. Вот, то есть там стол, стулья делать. Вот, ну, короче, я буду думать, что можно в этот дом поместить. Вот. Итак, уже вечер, и я до сих пор украшаю еще все внутри дома. Окна именно. Вот. Сейчас я вот доделаю последние штрихи и лягу спать. Вот.
конечно, очень много дерева я потратила. Ну что ж, ребята, ролик подошел к концу. Итак, в следующей серии мы будем делать мебель, как я и сказала. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась эта серия. И всем пока!